минувшие дни в Каспийске за окном, находящимся на 9-м этаже многоквартирного дома, очевидцы заметили 4-летнюю девочку. Она ходила по наружному подоконнику и садилась на кондиционер. Девочку чудом удалось спасти специалистам. На мать, оставившую ребенка без присмотра, завели уголовное дело. По словам старшего следователя следственного отдела города Каспийска Баграта Сафаралиева, 26-летняя каспичанка признала свою вину в совершении преступления согласно статье 125 УК Российской Федерации. Она уложила маленьких детей спать и оставила одних дома. Тем временем сама с родной сестрой отправилась в ночной клуб. На сегодняшний день в отношении нее заведено уголовное дело. В части лишения родительских прав будет также проводиться проверка, и по ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Отметим, что на время разбирательств дети находятся с матерью под присмотром в Тарумовском районе с подпиской о невыезде. Решение оставить детей с ней на время разбирательств было принято из-за диагноза девочки, которая нуждается в уходе.